Всем добрый вечер. У нас папа пришел с работы и привез нам посылки. Сколько папа отстоял там? Недолго. Так что у нас на новой почте ажиотаж такой, что... Машин много, но людей почти нет. Так. Что Викуся там себе заказывала? А ну показывай. Никакой не положили. Вообще скажи, да? Угу. Жлобы. Да. Что там, показывай. Краска. Какая? Серебряная. А Дотя все этот краски для ногтей заказывает. А что нет? Сейчас люди скажут, текать надо, деньги собирать. Не надо. Ля, я думала, это кровь. Тю. А это... от пакета. А, конечно, воняет. Ужас. Папа соскучился за Оскаром, да? Да, ты будешь дальше? Давай ты, на бы этот. Ножницы. Сейчас, подожди, я посмотрю быстренько, чтобы не порезать. Оскар, с тобой сегодня гуляли? Да. Да. Ага, такой смотрит. Что это такое, да? Гуляли, я гуляла с ним. Никто не захотел. У меня вообще-то пара была. У меня уроки были. Сказал. Пара. 2 часа в день было. У меня вообще-то уроки были. Да ты вообще никогда не ходишь с ним не гулять. Я вдвоем. А вы мне даже не предлагаете. Хорошая. Беленькая. Что, я белую заказывала? Да, ты сказала белую. Понятно. Ой, я длинная такая. Ага. И вот ткань приди. Такая в этот, в рубчик. Иди, папа зовут. Хорошенькая кофточка. Да. Помещусь я в нее или нет, не знаю. Да-да. Вы уже привыкли это слушать. Это мое. Так, может, я буду это носить? Нет, это мое. Мама дорогая. Да-да, я же говорю, это на меня. Нет, это на меня. Нет? Нет. Все, мои посылки закончились. Ну и мою на. Распечатайте, пожалуйста. Мы закончились. Сегодня до 7 еще одна придет посылка. А это мои джинсики. Мы еще не знаем. Как будто они на меня маленькие будут. Слушай, ну там размер, они должны тянуться. 20. Тянутся? Ну да, они тянутся. О, прикольно. Я думала, хоть бы небольшие были на меня. Тут со значком, что это он поскорябанный. О-о-о. Давай, мерей. Да его тут под кофтой не видно будет. Мерей. Сейчас. Так. Папочку там. Чем будем кормить папу? Ты что, не будешь кушать? Буду. Так, бутербродики, овощи, ну и пельмешки. Вот так. Оскар уже там ужинает у нас. Папочка сейчас тоже будет ужинать. А Ромчик себе сделал вот такую кашку овсяную. С этими тут, ну, с ягодами, о, с лесовыми ягодами. Он любит такую иногда кашку себе делать. Так что сейчас мы с Викуся это все померяем и покажем вам. Кстати, ну, я не буду кушать этот и... Нет, ну я сейчас этот с тобой посижу за компанию. О, Вика уже пошла мерять. Так, в чате в Покровском чате уже написали, что частично уже дали свет. Я не ожидала, что так быстро, так как писали, вообще ужас там и не подлежит даже восстановлению. Но дали свет, слава богу, все. Люди пишут ура.
И я думаю, что и дальше свет тоже дадут. Так что все хорошо, все нормально. Сегодня, ну, более-менее спокойно, даже днем, то обычно слышно бахканье. Ну, а сегодня вроде бы спокойно, вот. Так что сейчас я оденусь и покажусь. Так, ну вот Викуся померила кофточку свою. Я ее попросила мои джинсы одеть. Ну, ей как бы они нравятся, но не нравится, что невысокая посадка. Они большие на меня. Ну да, они трошки и в складочку, конечно. Но они тянутся, короче, должны на меня, я думаю, либо как раз, либо сильно в обтяжку будут мне. Потому что я немножко поправилась. Да, не закатывай глаза. Я знаю по себе и чувствую, что я говорю. Ну вот. Кофту я буду заправлять. Какую? Куда ты ее заправлять будешь? В лифчик, что ли? Да. О, Господи. Нет, так тоже можно? Боже, что за молодежь сейчас? Все заправляют. Как зимой папа говорит, Вика, ты еще шубу себе в этот, в штаны заправь. Не может быть. И Оскар лежит тут. Все. Жарко. Снимай, я сейчас буду мерить тоже. Вот это надо только выкинуть. А то оно валялось везде по грязных машинах там. А мы на кровать ложим, да, Оскар? Не? Оскар. Ромка с ним тут играются, борются. Да ну не балуйтесь так. Так, ну вот я одела джинсики тоненькие, еще такие лето-весна. Вот так. На шахтах люди рассчитываются, уезжают. Ну, пока, конечно, еще работают люди там, остаются. Но каждый день в отдел кадров там люди понемножку рассчитываются и куда-то уезжают. Так, ну, я опять же своим подписчикам говорю, что у нас пока все нормально. Да, бывают пролеты, но у нас свет есть, вода есть, магазины работают, все работает. Папа наш пока работает, так что у нас все хорошо, не переживайте за нас. Да, Дотя? Да. Чего ты так разговариваешь? Ну, потому что я хочу сказать, что, ну, мне пишут в комментариях люди. Я понимаю. Я нормально разговариваю. Ты что, вообще? Ты меня бьёшь. Так что все с нами хорошо. Спасибо, что вы переживаете за нас. Но мы пока будем дома. Пока у нас все нормально. Пожалуйста, не переживайте. Все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на... О, Господи, подписывайтесь на наш канал. Смотрите нас дальше. Всем мира. Все. Пока-пока.